moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. У меня была идея провести некий турнир, некий чемпионат, который бы объединил всех студентов Республики Молдова. Вне зависимости, это студенты университетов, колледжей, либо там среднетехнических. Благодаря содействию, дружбе с Адрианом Богданом, с которым мы в течение уже последних 2 лет провели несколько турниров, так как Адриан у нас профессиональный вратарь, поэтому и турниры у нас были связаны с участием только вратарей и голкиперов. Значит, у нас спорт в стране, к сожалению, развивается не так, как бы нам этого хотелось. Сегодня, особенно в районах, практически закрыты все спортивные секции. И через этот турнир мы хотим разбудить многих других бизнесменов, которые имеют возможность сегодня вкладывать в спорт, но они этого не делают, потому что согласно изменениям в молдавском законодательстве, то есть сегодня у них нет больше налоговых льгот за оказание спонсорской помощи, поэтому как бы у нас эта ситуация находится в упадке. Значит, идея следующая. 152 учебных заведения. Мы всем отправляем приглашение на регистрацию для того, чтобы каждое учебное заведение заявило свою команду. Значит, мы берем на себя все организационные расходы. Ну, естественно, чтобы мотивировать студентов стремиться к чему-то лучшему, значит, я придумал следующие призы. Вы, наверное, уже догадались по тому, что у нас на билборде. Значит, это те, которые займут 4-е место в Минтюне, потому что 4-е место, оно чаще всего не поощряется, мы решили его поощрять. Значит, это 13 мобильных телефонов, тот университет, колледж, либо училище, которые займут 3-е место, получат приз 13 телевизоров. Почему по 13? Потому что, получается, 11 игроков играет в поле и 2 запасных, то есть, чтобы было понятно, откуда она взялась. И, естественно, полуфинал-финал, который мы надеемся провести на том стадионе, в принципе, где нам разрешат. Надеемся, что это будет стадион Зимбру. Значит, 2-е место – это у нас 13 мопедов, скутеров. И команда, которая выиграет кубок, эта команда станет обладателем 13 автомобилей «Шевроле». То есть каждый студент получает по автомобилю приз за участие в этом турнире. Вода ця маша премії, яка футболіст він нам аудзі дяша чева. Йо крит керен тата лумя, нам екзистата шачева джен дяша кадоур. În primul rând, la meciuri internaționale, de obicei se făcea cadou la echipă profesională, o singură mașină la toată echipa. Vă dați seama ce diferență la 13 mașini la toată echipa. E foarte, un lucru foarte important și nu s-a mai auzit de așa lucru. În principiu de regulament e foarte simplu. Fotbal mare jucăm, nu mini-fotbal. Jucătorii diviziei naționale care joacă la noi în Republica Moldova nu au dreptul să participe la acest turneu. Deci, încă o dată vă explic, divizia națională jucătorii nu au dreptul să participe la acest turneu pentru că, vă dați seama, că sunt mulți fotbaliști care învață la diferite instituții din Republica Moldova. Așa că jucătorii doar din diviziile A, B și C au dreptul pentru că nu sunt profesioniști și au dreptul cât de cât. Așa că le dăm șansa mai mult la alți studenți care să practice fotbalul, să demonstreze de unde știm. Poate apare o nouă stea chiar la acest turneu. Vedem noi fotbaliști pentru antrenori din diferite echipe din divizia națională, pentru că la noi fotbalul suntem în creștere, încercăm să aducem mai mulți, să zicem, investitori, cum a spus și domnul Renato.
Foarte important acest lucru, pentru că sportul la noi este cam la pământ. Trebuie încet, încet să-l ridicăm. Я хочу сделать из этого турнира добрую традицию, которая будет проводиться ежегодно. Я специально, почему написано, что турнир 2000, время проведения, это 2014-2015 год, то есть, чтобы нам не делали, что вот это мы хотим сделать перед выборами, то есть мы специально, основная, скажем так, самая интересная часть этого турнира, она будет иметь место в 2015 году, когда будут уже, скажем так, пойдут решающие матчи, включая полуфинал и финал. Значит, слава богу, у нас уже и предвыборные, и выборы к тому времени уже пройдут. На следующий год мы проведем среди тех же студентов некий опрос, где они сами в социальных сетях, там, методом голосования в интернете, выберут тот вид спорта, по которому бы они хотели провести этот турнир. То есть это будет честно, опять же демократично, чтобы не получалось так, что мы тут сидим одни и придумываем за них, за всех.